Всем привет! У нас на дворе октябрь месяц, но хочется кое-что переделать, успеть. Погода, конечно, еще будет. Но вот в этом видео хочу рассказать вам о своих переделках. Кое-что у меня посажено неправильно. Первое, что я хочу сделать, это пересадить вот этот вот девичий виноград. Ему здесь как бы комфортно, но у нас сейчас поставлен с весны вот такой высокий забор. И цепляться ему не за что. И я его решила направить в другую сторону. Но это все ветви я хочу убрать, срезать, а то, что корневище, выкопать и пересадить вот на это место. В конце огорода у нас стоит забор, по которому будет ему комфортно плестись. Его не нужно будет срезать. Вот здесь вот. Сетка, конечно, не очень долговечная, но сколько вытерпит наш виноградик. Я думаю, что здесь будет зеленая оградка из девичьего винограда. Думаю, что здесь будет ему комфортно и красиво. Сейчас пойду обрезать и выкапывать. Выкопала я свой девичий виноград. Вот такой вот он огромный. Я ничего убирать не буду, просто его пересажу. На дно ямы положила компост и сюда его принесла. Перемешаю сейчас с огородной землей. Еще я решила немножко поддобрить его. Положу немножко суперфосфата и также все перемешаю. И уже будем садить наш девичий виноград. Будущий год, конечно же, будет здесь красота. Вот я досадила его, хорошенько утрамбовала, еще раз пройдусь, и сейчас останется только полить. Зимой он у меня без укрытия, отлично. Новых порослей даст очень много. Я думаю, что к концу лета здесь будет у меня зеленый заборчик. Здесь вот у меня ходит соседская коровушка, поддавливает мне земельку.